Мы приехали в Алупку. Сейчас пойдем к Воронцовскому дворцу. Нам еще километр. Нурдикай, наш навигатор. Лорд знает, куда идти. Да, лорд? Лорд все знает. Туда пойдем. Вот так тут можно ходить. В тенечке прохладно. На солнце жарко. Сегодня около 30 градусов на солнце. Или в тени. В тени надо. Такие тут домики. Жилье предлагают. Красивый домик. С колоннами. И с железными дверями. Кафе «Граф». Вот такие вот тут базарчики. Всякие сувениры, мороженое. Лев, положи на место. Идет? О, Лев, говорил, напиши. И вдали Ай-Петри. Вот мы зашли в Алупкинский парк. Идем в сторону дворца. Да, тут реально такая прохлада, так здорово. Да. Вот, идем здесь. Запахи совсем другие. Лорд едет. Да. Лорд не идет. Лорда вип место. Лорда вип, да. Деревья вот такие вот тут. Лаврушка. Навигатор. Нурдикай. Впереди дворец. Нашли питьевую воду, которой можно умыться. 1829 год. А что-то не питьевая, Олег. А, не питьевая? Не питьевая. Ну, просто в которой можно умыться. Вот так вот. А, вот так брать, да? Да. И умываться. Лорд любит умываться. Да. Сейчас пойдем по дворцу погуляем. В Воронцовском дворце. Рядом с Воронцовским, да, дворцом. Очень красиво. Сейчас будем гулять по аллеям. Ага. По ансамблю дворца. И обязательно. Слышала? Подойдем к тому месту, где очень хорошо видно Ай-Петри. Да, вот мы именно к тому месту, да, и подойдем. В этом году хотели сделать восхождение, но очень жарко. Говорят, то, что это закрыли пока Ай-Петри. Так что это на следующий год у нас остается в планах. Галя селфится, ей настолько здесь все нравится. Без остановки. Без остановки селфиться. Давай сначала в эту часть зайдем, а потом в ту. Интересное посмотреть.
Рики, я вас снимаю. Да. Восхищаемся. Будем сейчас очень много фотографировать. Галя у нас тут везде фотографируется. Дай я эту сумку попала. Какая дверь красивая. Мы тут нашли свадьбу. Их тут фоткают. Они с водой ходят. Им жарко. И красивый вид на Айпетри отсюда. Не выезжает из Лондона, хочет бежать в местности, не выезжает сюда. Чертиш стал его лучший ученик Гирлингун, он же и руководил здесь всем на месте. Работало тут более 1000 крепостных воронцовок. При этом каждому участнику работ граф выплачивал жалование, и в целом на дворец у него ушло более 10 миллионов рублей серебром. В итоге он 5 корпусов: библиотечный, центральный, хозяйственный, столовый. В 19 веке принято было строить дворцы в архитектурном направлении романтизм, которому характерна эклектика, то есть смешение разных стилей, чего не избежал и дворец Валуи. Перед нами западный фасад дворца, как и северный, построен при этом средневековую Европу и Англию. Арки выполнены в стиле Тюдор, характерном Англии 16 века. Важный поэтическом и наивным для романского стиля характерны окна амбразуры, из индомавританского взяты зубцы кремольеры, трубы с навершием в виде бутонов, ведущие от каминов, а также узенькие башенки-пинаты. Сам северный фасад ориентации на стиль Тюдор, о чем говорят тут такие окна, а также выступающие за стены панорамные окна. Вот по такой дорожке идем в сторону озеро с лебедями. Лор, ты идешь? Ирина идет. Дорожкам по узким, интересным. Галя идет. Это я, да. Да. Он какая серпантина. Да, и я иду. Дорожка. И вот мы идем по этому мини-серпантину для людей. Камни всякие тут. Вау. Он, как всегда, всех собирает. Вот тут такой красивый вид открывается. Там гора Айпетри наверху, вдали. А где водопад? Ой, тут какие скалы. Вообще. А вот там водопад. И мы туда идем. А вы уже назад идете? Ну, туда. Ну, вот такой вот водопад. Около водопада так хорошо. Веет прохлады. Везде жарко. А здесь так классно прям стоишь. Я тут такой вот прям свежесть идет от воды. Галя фоткает на фоне красивого вида. Вот так. Лорд за всем наблюдает. Галь, дай я сумку тебе. На, вот так как-нибудь. Как ты умеешь?
сколько утонул Георгий Иванов. Изображено. На монетах, на флагах, на касках полицейских Ливанов. Символ Ливана делают ордена, медали и коры. Единственный человек в Советском Союзе, кому Ливанцы дали орден первого, был космонавт Юрий Гагарин. Вот такие икона привезли Петра Первого. Вот сюда. У меня в России будет свой кедр. Взялся в Новосибирске, 17 века, назвал кедр. Настоящий кедр, шишки без орехов. Вот такие крылышки размножаются. Как у нас часы. Их ветер разносит. Тут снег мне понравился, под левой лялочкой. Это я три. Минус 5 заживет. Вышка. Да. А зимой будет, потому что дожди. Зимой. Углу кедр, атлас кедр. Вот. 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 Куда вперед? Вот ради этого вида мы сюда приехали. А вот этот вот самый шикарный вид на Айпетре. Красиво растут деревья. И видно как раз вот зубцы Айпетре здесь. И на самом деле это тот самый вид, ради которого мы приехали всю вот весь путь вот именно вот в этот дворец, чтобы посмотреть этот вид. Очень красивое место. Все, теперь давайте вас. Ирина тут уже сфотографировала Галю. Сейчас будем фотографировать лорда, да? И себя толпой будем фотографировать. Вот такая красота, еще раз покажу. Продолжаем свой путь по парку Воронцовского дворца. Тут и такие машинки катаются прогулочные. Подходим к озеру с лебедями. Всякие разные деревья здесь. Аукария чилийская. Ой, какое дерево. Озеро с большими лебедями. Лебеди. Такая чистая вода, прозрачная. И тут еще одни лебеди. Счастливый пес тут, что ли? Лорд, ты лебедей увидел? Лорд увидел лебедей, он теперь счастлив. И голубей тоже. Вот такое вот было озеро. Там лебедь там спит, главное, плавает. Какой здоровенный лебедь. Лорд пришел на него посмотреть. Какой большой, на самом деле, здоровенные какие они, а? Вот это да. Вон там еще один. Мелкого засними. Лорд, ты хочешь туда прыгнуть, что ли? Да, хочет. К лебеди, да? Ты посмотри, как там классно, лорд, да? Лорд, нельзя. Не надо туда прыгать. Там только птичка может плавать. Ты ж не птичка, ты собачка. Собачка ты. Нельзя туда, нельзя. Такая красота. Нельзя. Мы приехали в Ливадию, идем по городу в сторону дворца. Тут так прикольно, такие домики интересные. Там все заросло. Лорд, идем, идем, лорд. Я с тобой. Байк-шоу, реклама. Похоже, что мы дошли до дворца. Совсем уже близко. Наконец-то. Да, мы ездили долго и скучно, крутились, да, по крутили, всяким. Не скучно.
скучно, весело. Не скучно, таким крутым. Азартно, азартно. По таким крутым дорогам. Да. Похоже, нам надо туда идти. Ливадия Палас. Люди ходят и ездят. А ко дворцу прямо, да, идти нужно? Говорят, что идти прямо. Да, Иринки? Там указатели были. Да? Идем? Сказали туда, ко дворцу. Я спросил. Да, вот все люди оттуда идут. Похоже, что мы почти что пришли уже. Идем по парку. О, там памятник царю, смотри там, да? Гляди. Он там сидит. Надо оттуда подойти, да? Какой большой памятник. И Галя фотографирует тоже. Нет, там. Она видео снимает. А, видео снимает? Рассказывай. Мы находимся аккуратно. В парке Ливадийского дворца. Вот тут у нас памятник царю, я так понимаю. Александр Третий. Александр Третий это. О, как круто. Какой большой. Вот мы дошли до Ливадийского дворца. Что-то нас сегодня везет на свадьбе, да, смотри-ка? Сейчас классно, это солнышко. Вот мы тут ходим, да, фотографируемся. Лордик тоже тут ездит на руках. Ему собаку хорошо. Здесь нельзя гулять. Да, а на руках можно. Вот, красивый вид на Ялту отсюда вот. Там она вдали вот. Все стены здесь из лаврового листа. Галя, вот эти взяла, да? Я не взяла. Нет, я не взяла. Я потом все нахожу. Вот у меня так. Зачем тебе снимать? Нет, нельзя. Там камера стоит. Молодые люди, совместные кадры. Где Маша? Маша пошла бабушку искать с Кириллом. А они куда пошли? Не знает она. Часовня. Thank you.
Вот так вот мы тут прогуливаемся. Рядом с царской часовней. Видите, да? Вот. Да. Прогуливаемся мы тут. О, газированная вода. Здесь есть аппарат, смотри, какой. О, крутяк. Такой эксперимент мы смотрим. Где моя сумочка? Она там, наверное. Классный аппарат. Я нажал вот эту кнопку вот за 30 рублей, да? И сейчас там будем пить такой вот, вот там уже не готов, да? Надо его взять там. Все? Да, бери. Сочный? Да, бери. Вот. Лимонад, лорд, ты представляешь? Ирина пробует его, он, наверное, вкусный. Угу. Очень вкусный, да? Угу. Да. Такой холодненький, вкусненький. Ой. Ароматный. Вот если бы у меня был стаканчик лимонада, я бы с тобой поделился. Хорошо. Лордик, я с тобой будешь? Делюсь. Пей лимонад. Лордик не хочет. Он не хочет. Алекс занят. Он видеосъемку делает. Ну, я тоже хочу вкусный лимонад. И со мной делится. Ирина, ты молодец. Спасибо. Ты как? Он действительно очень вкусный. Лимонадный. Лимонад на лимонад. Лимонад на лимонад. Дом барона Фредерикса. Вот здесь такой туннель. И через этот туннель можно выйти к памятнику Большой Тройки. Нардикай! Мы ехали 60 часов. Нардикай ведет нас к памятнику. И вот он здесь, памятник. А, вы мне его обратно и опять отдаете, да? Может, кто-нибудь ребят, походите, что еще? С ним все фоткаются. Сталин. В 15-м году поставили памятник. Короче, сфоткаемся сейчас здесь и поедем в Ялту. Цели достигли, да? А ну-ка, что там, Галя? Цели мы достигли. Да. Ливадийский дворец посмотрели. Сейчас поедем в Ялту. Вон море там какое красивое. Море. Сегодня нет ветра. Так классно.